Состоялась первая игра сезона. Для вас вообще, я так понимаю, первая в формате студенческой футбольной лиги. Как вам уровень лиги, уровень соперников? Какие перспективы в дальнейшем? Сама команда, да, действительно сыграла первый матч. Я уже ранее выступал за военмех. Уровень, в принципе, на том же уровне. Хорошую игру показывают команды. К сожалению, сегодня не смогли собрать весь состав. В связи с этим подобный результат. А в целом, в принципе, все устраивает. Чего, возможно, не хватило для победы, вот помимо отсутствия некоторых игроков в составе? Не хватило собранной игры в обороне и завершения атак, последнего паса. Можете выделить кого-нибудь из игроков соперника персонально? И как в целом оцениваете их игру? Хорошая, слаженная игра, неплохо комбинирует в нападении. Отдельно, если выделить, то фамилию, к сожалению, не знаю, 69-й номер. Понравился, как играл, но связывал, в принципе, всю атаку у них. Спасибо. Желаю успехов в дальнейшем.